лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Шокирующие кадры дорожных аварий, откровения жертв и тех, кто ежедневно сталкивается с горе-автомобилистами. Такие кадры демонстрируют сотрудники ГИБДД Самары, учащимся самарских колледжей и студентам вузов. Задача – напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. Сегодня занятие прошло в Самарском финансово-экономическом колледже. Такие мероприятия очень важны и нужны для студентов нашего колледжа, потому что, смотря на их молодой возраст, это им пригодится очень в будущем, потому что в будущем они все обязательно будут водителями, у них будут свои семьи, и они должны об этом помнить всегда, о безопасности дорожного движения. Наша задача – вызвать эмоции на данные видеоролики, которые в процессе уже откладываются в голове участников, и они ведут себя более правильно на дорогах. Дорожные полицейские уверены, такие уроки безопасности надолго останутся в памяти молодых людей и сделают их более дисциплинированными участниками дорожного движения. В свою очередь, слушатели признались, что участие в краш-курсе стало для них эмоциональной встряской. Лекция мне очень понравилась, информация была донесена хорошо, и я думаю, многим это пойдет на пользу. Нам обобщили все общие правила, правила ПДД, как их соблюдать, как передвигаться по дорогам, чтобы было безопасно, а где именно передвигаться и как смотреть на пешеходные переходы, чтобы было безопасно переходить. За этот год на дорогах Самары произошло 163 ДТП, которые унесли жизни 2 взрослых, пострадало 16 детей. А нетрезвые водители спровоцировали свыше 200 аварий. Елена Чернявская, Константин Головин. События.